Ольга Гусарчук, Латвия. Трехкратная чемпионка Латвии. Оля была в конце списка после соревнований по многоборью, и, к сожалению, ей не удалось выступить в отдельных видах. Тем не менее, организаторы дали возможность выступить ей на гала-концерте. Я считаю это абсолютно правильно. Гимнастка уже достаточно опытная, несмотря на то, что выглядит она очень юной. Является лидером сборной команды Латвии. Абсолютно классический элемент балета. Великолепный танец, лиричный, тонкий. Я хотела бы сказать, что он исполняется на сцене. И вообще все соревнования Гран-при происходили во Дворце Республики, на сцене этого концертного зала. С одной стороны, это объективная необходимость, потому что Дворец спорта в Минске находится сейчас в состоянии ремонта. А с другой стороны, наверное, может быть, это и неплохо, что гимнастки могут выступать в таком контакте со зрительным залом, так близко расположены ряды, и создает дополнительный кураж, я думаю. Трехкратная чемпионка Латвии.